Россия и Франция сотрудничают в космической отрасли уже почти полвека. Первые совместные проекты реализовывались с 1966 года. Сейчас представляют новые аддитивные технологии. Это когда детали для ракет можно изготовить при помощи специального 3D-принтера. Способ более экономичный, но при этом очень сложный. Поэтому прежде чем его запустить, потребуется предварительная подготовка. Ее французские партнеры планируют осуществить на базе Самарского аэрокосмического университета. Самарский аэрокосмический университет – прекрасная площадка для подготовки специалистов и освоения новых технологий. Здесь есть большой потенциал и хорошие возможности, чтобы освоить эту методику. Французскими разработками заинтересовались многие. С иностранными гостями встретились представители самарских промышленных предприятий. Есть, конечно, к этому абсолютный интерес. Ну, просто эти технологии до того как бы глубоки в неких новых начинаниях еще там, да, что необходимо все эти технологии внедрять совместно с наукой. Такая технология позволяет, если так вдуматься, то практически безотходное производство организовать. Поэтому через университет с ГАУ будем работать, смотреть в перспективе. Французские партнеры вернутся в Самару весной следующего года. В апреле запланирован саммит специалистов космической отрасли России и Франции. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.